Так, надо уплотниться, надо Олур, уплотниться. я думал, ты Баланара хотел взять. Не-не-не, я не хотел Баланара, я хотел Тайда. Да коррозию будет еще взять сверху. Мне, в принципе, больше ничего и не надо. Нужно что-то против Ланай придумать. У них, походу, вообще вся ставка на Ланая в этой игре. Херасе. Гачиком. Не почувствовал. Вот эту штуку прикуплю сначала. Вообще не замечаешь, что этот меч никто не покупает вообще. Его, скорее всего, из доты удалят, либо добавят что-нибудь, еще какой-то эффект к нему. Но вроде бы стоит, косаря дает тупо статы. Ну типа зачем он в этой игре? Коррозия еще имеет смысл, она совмещает с собой арбы. А эта штука зачем? Ну ладно, против меня инвокер стоит, это не так страшно. Я думаю, против Ланая буду. А чтобы мои молодые сейчас Ланая там не нафидонили. Если нафидонит, то все. Ты моя добыча. Опять мне крипа зарынил, да что с тобой не так? Вот мне крипов рынил. Теперь мое. Да я тебя сейчас угоню. Это правильно, беги отсюда. Хороший путь. За дебила меня держит. Как? Посмотри на него. У него фарик в кармане есть, надо этот момент запомнить. Ай-ай. Ну, санстрайк у него КД. Что задумал? Ой. Я за голдой. Осторожно. Какой-то опасный. Чё-то сыкотно. А не души ты! А у меня сейчас увидел, потому что у него вард есть? Или почему? Эх, нихера себе! Ля, мужик, на инвокер, у тебя шмана не бесконечная. Прекрати на меня кнопки нажимать. Ну ты совсем кукухой поехал, чине. Слежу за руками. За руками слежу. Слежу за руками. Я еще слежу за руками. А, он друга позвал, ясно все. Луна зовет. Вообще похую. Ты меня бьешь, да? Ну бей. Давай еще разок. В бой. Я сегодня с утра, короче, в холодильнике батон нашел. Я последний раз хлеб в холодильнике в общаге видел. Ну там один мордвин, короче, у меня был в общаге. Он любил почему-то хлеб постоянно в холодос ложить. Не знаю почему. Да на! На! А, я убил. На, да. Там много не получается так. Или получается, я не помню. Иди сюда. А ты куда? Это вижу. Ома. О. Помогат. А что происходит? Будут проблемы с Аксом. А что-то похуй, товарищ. Я не закончил еще разговор. Подожди, бать. Товарищ, на инвокере. На! Все. Чем глубже, тем... Но у меня дагер летит. На охоту. Это хорошо. Вот твой второй дагер, если хочешь. Идет волна. Херась, я машина. Я
А забирайтесь эту хуйню. А где еще одна хуйня? Вот она. Санитасю. Так, вот это посложнее же будет. А чё они такие охуевшие? Ну типа им вообще плевать. Но мне нельзя отсюда уходить, у меня стаки здесь. Здесь полюбасно нужно сначала стаки зафармить, а потом на них нападать. А, они ушли, а тут хорошо. Сейчас все будет, сейчас накачаюсь. Сейчас, пацаны, сейчас. Беру всю хуйню. Они впятером гоняют, охреневшие. Голый мужик за мной еще бегает. Как там? Я сделал. Ну так-то солист на этой духе играет. Блин, замерз. А, я крипа ударил, я понимаю. Так, минус урон или 120 от гашика? Не, ну минус урон пиже смотрится. У меня как бы и без гашика урона хватает. Не, не в рейтинг. В обычный алпик. А, я не мог ни одну кнопку нажать. В смысле, Акстра их убил сейчас? О, да-да. Сейчас заберу. Работяги, как обычно, все портят. Вообще, есть все. Переживу. Живу. Нет, не живу. Я сгнил от того, что он харкнул в меня. Но размер пока вполне нормальный. Боится. Я легенда. Возьми вампири, так у меня есть на команду, Владимир. Мне Радик надо. Так, блед. Что это такое? Блин, их там много, наверное. Зайдем, у меня ульта есть. Надо. Давай. Ебать! Тумагат, что творим? Охуеть! О! Хорошо. Я кончился в этот момент просто. Как же это было хорошо. Это еще без раваги. Если с равагой, то можно было четверых загрызть. И не почувствовать. А забирать и не надо. Lost in СССР, я пока не в курсе. Зависит от того, как будут толпы свободны, не свободны. Не, ну а хер ли мелочиться? Как-то жирно, саппорт Раваку. Да, Равага лишняя была. А!
На низ теперь. Лол, я не знал, что от вышки горелка снимается. Они что-то так-то не особо сопротивляются. Ля ты хитрый! У меня эго есть. Могу на край сейчас прыгнуть на Т3 с равагой. Они просто не могут справиться с нашим натиском. Они слишком наглые. Главное сверху. Я сейчас наглеть буду, вы если что, это не спасайте. Давай. Не сейчас. Так. Так. Это супер хуёво, потеря еги сейчас происходит. Я не могу ударить, а ударился. На каких же охуевших кропалях я живу? Я тебе живой? Охуеть! Да что ты делаешь? От гашика? Не-не-не, дай-ка урон блокирую. Всё. Ай! Ай! Так, пацаны, продать. Подождите, я все еще думаю. Сильно, да. Не, ну еще я сдохнуть хотел. А что у меня типает, как будто я просто так помер? Это стратегическая смерть была. Блин, не вижу Акса. А все? Ох, ехуясе. Прилив тебя собери. Дай типа ну. Вперед. Надо мега крипов поставить и уйти. Кто победит? Они или мега крипы? Там Макс ТХД. Но Аксу тоже сложно дефать мега крипов на такой стадии. Ну, она это фри. И Акс как бы глил там. Нормально, заряжен. Точно видишь, что Акс заряжен? Не, Акс нихуя не заряжен. Так, мой выход. Да, еще раз типа ну. Блин, взял вышку, зачем-то нажал. Я даже 25-й в этой игре не взял. Че так просто? Я подчёпал. Учите, там что как бы такое. Да не да, они что-то даже не сопротивляются особо, стоят на базе. Я просто шардик хочу. Дай шардик забрать! Блин, я боюсь, что и так спрыгнет, охуею. Ёпть! Нихрена себе заявление.
выиграли игру одним заместом на Трошане. Ну, на это Трошаны, когда они сдохли. Они очень много ресурсов потеряли. Ну да, и все вышки сразу же практически попали. Огр просто на приколе всех горелкой забирает, пока мы тут бегаем. Последняя группа. Что-то как-то слишком изи получилось.